Два брата, Саня и Саша. Четыре брата. Алекс, Саня, Ваня, Иван. Два брата. Илья и Денис. Девочка Екатерина. Футболист Квинти. Солдат Венец. Саша, го кататься на машине. Так ты не умеешь водить. Ну и чё, зато сейчас будет дрифт. А лучше не надо, надо, надо. Ах. Где-то в машине. Вот это тихо. Осторожно, там наша одноклассница. Помоги. Я же говорю, что так всегда, как обычно будет. Сори, я просто спать хочу. Ты жива? Екатерина. Да, я жива. Екатерина. Да, я жива. Ну что, почему ты один с этим Соней едешь? А, я просто сказал мне покататься на машине с ним. И вот он опять заснул. А, понятно. Опять мы придем его машину на автосервис. Ну, опять. У тебя хоть деньги есть? Да, есть. Здравствуйте, а вас можно поставить в машину? О, салам алейкум, калайзен, норм. Ну так вот, можно за 7500 тенге, да, сделаю. На. Все, окей, все. Потрачу через 2 дня, я все сделаю, окей. Илья. Работник автосервиса. Екатерина, девушка, Саша. До чего я вас здесь всех собрал? Ой. Я сегодня забил хет-трик в ворота московского Динамо. Вы представляете? Да, поздравляю! Похлопаем! Поздравляю тебя, поздравляю. Он опять, что ли, заснул на дороге? Опять, да, вот, смотри. Спит опять. Мы опять 7500 тенге потратили. Понимаю, понимаю. Идите туда в свою комнату, короче. Угу. Первая серия окончена. Спасибо, что были с нами. Следующая серия выйдет послезавтра. Пока.